Встреча команд Анапы и Пионер станица Ленинградская завершилась победой нашего футбольного клуба 2-1. Гости предстали весьма организованным и слаженным коллективом. Анапчане только во втором тайме сумели распечатать ворота Пионера. Еще в нескольких моментах подвела реализация и хорошая игра голкипера гостей. Только в самом конце матча досадную ошибку допустил наш вратарь. После несложной подачи мяч выскользнул из рук прямиком в ворота. В турнирной таблице наша команда занимает первую строчку. Следующий матч состоится 13 июня. На стадионе «Спартак» встретится футбольный клуб «Анапы» и «Краснодар-3».